Всем привет, приветствую вас на своем канале. Сегодня давайте видео сделаем обзор о первой своей продаже, которую я совершил на этом маркетплейсе, как Inspirite, Uplift, какие недочеты я совершил, что сделал, как все оплатил, как отправил. Продажа была недели две назад, я просто дождался, пока будет доставка, вот теперь решил видео заснять. Сейчас все покажу детально, что я сделал. Ну, конечно, об этом маркетплейсе сейчас не будем разговаривать, а как на нем продавать, листинг размещаю, все это видео есть на меня на канале, в плейлистах. Смотрите, кто смотрит первый раз это видео. А мы перейдем сейчас в дашборд, рассмотрим все. Вот. В дашборде, видите, одна сессия есть. Как все получилось, я все письма, которые приходили из Inspirite Uplift, я как-то удалял, я не ждал продажи никакой, а, видать, удалил то, что пришло оповещение о продаже, я удалил. Я просто уже дней 10 назад этот ордер случился, и как я узнал, обратно письмо от этой платформы пришло, я решил прочитать, а там, оказывается, покупатель уже написал, когда мой заказ придет, что с трек-номером, там все дела. А я уже не знал, что и делать, нужно же еще как-то оплатить. Размещал через платформу печати по требованию, как Printful. Я здесь не знаю, от них тоже, может, письмо было, я удалял, что-то невнимательно все это делал, не проверял. Хотя здесь синхронизация часто обрывается, на заново заходить в интеграцию, обновлять, чтобы магазин свой подключить к Printful. Вот он Printful. Здесь вот эту я футболку, допустим, продал, сам дизайн не буду говорить, какую показывать. Ну, такой где-то сейчас один лайфхак покажу, да, вот он ордер уже. Вот, выполнен, доставлен. Ну, я оформлял вот 29 на данный момент. Сейчас мы все это разберем. Я, вот он, этот ордер, да, еще 18 на данный момент, 4 апреля уже. Здесь 18, я написал мне человек 28 где-то. И 10 дней, считай, прошло уже. Конечно, он будет волноваться, почему не было никаких движений, трек-номера. Ну все, я не знал, что написать, решил сочинить. Вот наша переписка. Он написал, где мой ордер, там все дела. Я ответил все профессионально. Я, ну, давайте переведем. Вот, привет, Тиффани. Наш отправитель не смог найти ваш адрес в системе для отправки. Ваш телефон тоже не отвечал. Пожалуйста, продублируйте свой адрес сообщения. Еще раз мы вышли вам вашу футболку. Если вас приносим извинения. Ну, это я уже сочинил. Типа, ну, надо как-то придумывать, чтобы не было жалоб. Она вот написала свой адрес. И сама это отнеслась, понимая. Спасибо, что дали мне знать. Я сожалею об этом. Ну, в общем, убедил, что и мои, как бы, операторы не смогли до нее звониться, все дела. Вот так красиво съехал, можно сказать. Ладно, все. Вот, что я дальше написал. Спасибо за... Тогда мы отправим ее в понедельник, так как по выходным сотрудники не работают. Это я еще не знал, что Printful в субботу отправляет. Они в субботу, оказывается, отправили. И сразу вот, это была пятница, сразу в субботу они... Мне на почту от Printful пришло уведомление, что заказ мой собран и я отправлен. Вот, я написал, ваш был успешно отправлен сегодня в приоритетном для вас порядке, так как вы очень долго ждали, получилось такой вот трек-номер. Ну, типа, выходной день, мы ему исключение сделали, отправили ей. Ладно, вот транзакция, вот получилось. На балансе уже, видите, как можно выводить. Ну, не можно тут, если на крипто кошелек USDD, я об этом пост размещал, что в этой сети уже не только BR20, ну, раньше Tron был, он более выгодный был по транзакциям, сейчас его все убрали, все платформы почему-то, все, я вот с Bybit, ну вот, допустим, да, а тут минимум $20. Ну, в общем, не получится вывести пока. Ну, ладно, оставим это на потом. Еще, может, продажа будет. Вот она, продажа за футболку 16, ну, там, доставка. Я что-то маленькую цену поставил, а потом все свои продукты не справил на 18, ну, в качестве футболок, да, прибавил пару долларов. А сейчас, ну, транзакция, комиссионная 1.92. Это от реферальных, то, что по моей ссылке там регистрировалось, на баланс приходят эти
деньги, которые я не могу вывести, ими комиссии покрывать можно, вот так, да. Вот получается, ну, мой чистый баланс, покупатель заплатил, плюс таксу он там какую-то заплатил, тоже вот это 1.04, ну, вот мой чистый баланс, да, 1.15.52, а вот сейчас про принфу, да, скажу. Вот эта футболка, она получится дороже, я просто тогда размещал и забыл цены исправить. Что я сделал, да, вот есть на принфуле такая тема, вот он, например, вот я поэтому раз в месяц можно заказать со скидкой 20%, что я и сделал, да, вот единичный ордер взял, сам оформил адрес, я знал все, оформил и отправил, и скидка 20% была, не это. Так, ну вот эту я футболку размещал на этом маркетплейсе Inspire Uplift. Вот она здесь по такой цене, ну там плюс доставка выходит, когда прибавляешь размер, она тоже цена увеличивается. И размер M вроде бы заказывали. Но не в этом суть, да, вот просто когда новый ордер делаешь каждый, если вручную, получается раз в месяц, можно хоть до 3 товаров сразу заказать. В одном заказе или один, да, скидка 20% будет. Если бы я так не сделал, то у меня было бы, как бы, ну, минус по ордеру, цена не та, меньше бы, ну вот. Ну, все равно я в плюсе, как бы, остался. Но сейчас увеличил все свои товары на 2 доллара, и получилось, ну, выручка будет больше. Ладно, вот он. Трек номер, да, сам Printful предоставил, я отправил покупателю, сам здесь вставил его, ну, на этой платформе, на этом маркетплейсе, сам, ну, зашел в заказ, добавить трек номер, добавил в ордер, да, когда заходишь, я в ордер не буду заходить, потому что, ну, там, вот здесь, да, в ордер заходишь, там, добавить свой трек номер, если вручную все это делать. Там дизайн видно, я не хочу показывать его просто. А если будет хорошая синхронизация, то сам Printful все синхронизирует, все ставит, все отправит. Мне пришлось, видать, синхронизация нарушена была, что-то сайт часто, и пришлось все вручную делать. Ладно, вот моя прибыль, да, еще одна продажа, я уже смогу выводить на биржу Bybit. Сейчас так, вот ее адрес, да, вот такая доставка была, она в принципе... Быстро доставили они, да, вот 30 марта они отправились, и 2 до апреля, за 3 дня, можно сказать, доставили, за 2, за с половиной. Так, все, вот он, ордер, да. Я давно с Printful ничего не продавал. Что сделать, надо было сделать, оплатить как-то Printful. И я, ну, в данный момент из России видео, платежки наши не работают. Что я сделал, да, вот у меня People есть, платежная система. Зашел, они сейчас могут пополнять, потому что Kiwi кошелька нет, можно его через них пополнять, авторизоваться через Telegram, выбрать как карты наличные, его через ББ, можно крипто пополнить, ну и все, чик-чик, и телефон People, ну что People, я потому что ордер собирался оплачивать Printful через People. Там есть, можно через крипто кошелек, там BitPay, я видео делал об этом, как пополнить Printful кошелек сам через BitPay, есть в подсказках, прикреплю это видео. Все, я пополнил People и оплатил заказ, ордер, все, они отослали. Так, давайте рассмотрим сейчас такой нюанс, где взять кошелек USDC. На какой криптобирже, я буду в качестве примера показывать криптобиржу, вот Bybit, я сам ей пользуюсь, там храню активы, туда вывожу, вот, да, валет, финанс, платежный метод добавить, кнопку добавить платежный метод, да, вот сама криптобиржа, тоже ссылка будет в описании или в закрепленном комментарии, переходите, да, вот когда тут зарегистрируете, где взять этот кошелек, я сейчас покажу адрес, ну, например, вот купить криптовалюту. Я вот криптовалюту, да, вы нажмете, сразу перейдете на следующую страницу, вот на эту, да, выберите криптовалюту, ну, вот эту, да, USDC, Coin, да, выбрать сеть, вот сейчас вот, ну, я вот эту выбрал, самую такую оптимальную, можно
конечно, по-любому там, что он принимает, да, эта платформа. Можно все вот это выбрать, что захотите. Вот, да. Ну, я вот в качестве примера сейчас покажу, да, сеть. Вот она выбирается. Все понятно, да, вот тут все написано. Вот он, ваш криптокошелек получается. Его просто копируете, ну, и идете на платформу, свой аккаунт, вот, платежный метод. И вот добавляете сюда все. Ну, свои там обозначайте, как вам нужно, да, и чтобы не запутаться. Вот Bybit, например, откуда кошелек. Ладно, вот такое видео я заснял. Старался покороче сделать, так получилось. Ладно, кому интересно, задавайте свои вопросы в комментариях, оценивайте это видео, подписывайтесь на канал. Всего доброго, до свидания.